Хей-йоу, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Майнд. В прошлой серии мы с вами прошли пещеры, страшные пещеры, и мы узнали новое о порталах. Если в порталы заходить несколько раз, то нас телепортируют в другое вообще место. Так, просто идем по водичке к дереву. Нам, походу, нужно к тому дереву, которое... Оно немного на сакуру похоже. Так, спереди туман. Большой открытый. Вау. Дождяра похерячил. Большое открытое место. Цветы? Засияли? Ага, нам где-то нужно найти кружок. Чтобы запустить портал. Так, вижу кружок, хорошо. Вижу еще один кружок. Кажись, нам этот кружок больше не поможет. О, вижу еще. Тоже закончился? В смысле? Нам нужен, получается, кружок, чтобы пошел дождь, чтобы мы забрали вот ту херь. А здесь пох... Здесь я и так могу пройти. Чтобы я теперь вернулся обратно. Нет. Это не вариант. Я здесь не успею. Так я могу получить два шара. А, и путь обратно мне тоже оборвали. Опасно. Что мне делать тогда? Я вижу. О! Сказал, я вижу. Чуть не утонул. Теперь я точно вижу, куда нужно было идти. Теперь буду еще воду смотреть. И потеряться. Короче, первый нам круг поможет запустить дождь. Второй круг у нас запустит ночь. Там точно нету прохода? А то как-то кажется, что есть. Пока, прощай. Пока, прощай. Так, запустим ночь и пойдем в портал. О, портал открыт с другой стороны теперь. Тут без разницы, да? Да, без разницы. Mm-hmm.
Мне нужно потом будет отсюда спустить и подняться там наверх. Так вопрос, как мне шар забрать? Тогда закинуть нужно на самый верх. О, отлично. Главное, чтобы он не упал. Замечу, что это первая головоломка, которую мы пытаемся уже решить. 12. Мне кажется, что дочь начинается идти просто. Так. Берем. Поднимаемся. И поехали. Класс. Класс, 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 класс. Классимый, просто классненько. Я не успел. Я не успел и на этом погорел. Ладно, будем обрезать, может быть. Давай, давай, давай. Поехали. О-о-о. Так, ништяк. Следующий портал. Меняется уровень. Что-то долго меняется. Мы опять в каких-то пещерах. Я даже не удивляюсь этому. А ну вниз. Шарик. А я где-то видел место для шарика? А, все вижу. И? Это они на время? Ну, допрыгнул. Я думал, он типа докатится там до какого-то промежутка, упадет, типа меня потолкнет вперед. Но нет. Сейчас должен лопнуть, потому что это аж красного, а не это синего. Глупый туман. Глупый туман. Да я иду. Я в бесконечность иду. О, частичница памяти. Ее рисунок все еще указывал мне дорогу. Я чувствовал, что Таламус присматривает за мной. Ждет меня. Я не знал, что жду обрести. Софию или Всепрощающего Господа. В конце концов, я нашел их обоих, но не так, как предполагал. Так, рисунок улетел, теперь я не знаю, куда мне идти. Так, ладно.
Просто идем вперед. О! Хера себе. Темноту себе делаем. Я просто не вижу, куда мне идти. Иду вот чисто прямо по траве. Вот трава хотя бы появляться начинает. Вот трава более-менее становится. Развеется туман. А, я пришел в ч... Охренеть. То есть я там непонятно где должен был искать что-то. Возвращаемся. Не знаю, что я ищу, но я просто куда-то иду. Тупик я нашел. И? Где я? О! Что? Я это все время наверх смотрел? Где ты оказался уже? Но опять туманные поля. Так, ладно, пойду на деревья. Так, забор. Я забираю. О, неужели я туман убрал? Чёртов туман. Так, там у нас портал. Вон портал. Так, нужно создать ночь. Ты ж не укатишься никуда. Опа. И ящий шар. Ящий шар мне поможет создать дождь. Так, у нас два портала, три портала. И где-то я в одном месте должен создать дождь. Туман я даже не собираюсь делать, ну нахер. Заблужусь, как обычно. А, я же его с собой взять не могу. Черт. Давайте тогда я около этого портала его оставлю. Так, тут еще портал. Кто у нас поле с солнышком? Да? Да. Эй, приятель, ты куда покатился? А ну погнали создавать дождь. Либо искать следующий портал. Я видел еще один портал снизу. Вот один портал. Еще был один. Рядышком там. С той стороны, да, кажется. Конечно, могу ошибаться. Да, вот портал. Так, положу тебя здесь.
Куда не укатишься, надеюсь. Ага. Ага. Вижу место с дождем. Нашел я место с дождем. Сейчас заберемся наверх. Но сейчас хотя бы более-менее понятно, что делать. Следующая локация. О, Пикулу вообще как в сон, минус сон. Не сон, минус сон. Слышу ночь. Ясно. Вижу туман. Так, заберем ночь. Нифига тебе здесь. Вау. Так, давай я создам, наверное, наоборот, ночь. Посмотрю, что сияет. Так, врата одни зажигаются. Эй! Куда так далеко? Так, тебе вас потеряй, потом хер найдешь. Рок. Обязательно ли мне этот запускать первым? Просто плохо то, что и туман налаживается. То, что и туман, это плохо. То, что такое? Могила? Я сразу ее увидел, но подумал. Подумал, не подумал. Да, это. Альфхис Пхиос. Это жена наша. Я настолько помешался на своей сестре, сгинувшей в цунами, что назвал дочь в ее честь. Софией. Значит, это могила нашей сестры. И пусть. Где больше ничего не сияет у нас? Кажись, нет. Вопрос. Ага, там могила, значит. Ладно, пойдем мы все-таки вырубим свет. Потому что я больше шаров не вижу. Нам нужно дождь запустить. Ага, вот место с дождем. Мне нужен все равно шар. А, вот. А если я в этот портал зайду? И где это я? Среди каких-то столбов. Мне как будто сейчас инопланетяне похитят. Хорошо. Этот меня пуляет сюда. Тот телепорт меня пуляет наверх. Я не вижу сияющего. Мне нужен беленький шарик яркий. А
А его тут нету. Палка. Палки куда-то в бок. Сложно. Да, то могила. У нас только один шарик. Мне нужно еще где-то один раздобыть. Что? Летающие камни? Я только это заметил. Не-не-не-не, тихо. Подожди, мне сначала разобраться нужно. Ага. Хорошо. Забираем шар. Я понял, куда мне нужно. Нужно телепортнуться за ту гору в портал. И там у нас есть место, где может появиться еще один. Не укатишься? Как положить тебя, чтобы ты не укатывался? Так, сюда. Так, здесь я появляюсь. Посмотреть нужно куда-то в сторону. Всего этого, и там будет дерево. Вот, три дерева. Угу. Так, идем по столбам. А, все? Я выполнил. Типа, туман был чисто, чтоб я не увидел, да? Теперь мне нужно за эту гору. И там у нас будет полигон с дождем. Все, хорошо. Поднимемся сейчас в тот портал. Стоит на месте? Отлично. Да, все нормально, по идее залазь. Проверим. Головоломки с дождем. Звуки ночи. Так, здесь у нас просто порталы. Много порталов. Очень много порталов. Как раз. Ау. Появился. Да, теперь я должен играть в виде баскетболиста. Плюх. Ладно, давайте снова похожу. Это возвращайся в одно и то же место, хорошо. А, чё я туплю? Стоять. Шарик, я понял, куда мне тебя нужно отнести. Вот там за вратами есть три дерева. Там мы тебя и отправим. Ну, чтоб ты не разбился. Всё, отлично.
Так, все отлично. О, вот и утро подошло. Вот и утречко пришло. Так. Вставляем тебя. Так, только чтобы ты не сломался. То придется хер знает куда идти за тобой. Мы ж этого не хотим. Так, там что-то написано? Пока я был в коме, я был уверен, что моя дочь умерла. И как бы жестоко это ни звучало, в Таламусе я искал лишь одну Софию. Таламус? Так, хорошо. Только что там я должен был дать. Умно. Умно, умно, умно. Ном-ном-ном. Капец тут порталов. Черт. Хорошо, допустим. Это типа ловушки, да, было? Так, все, кажись, это другое у нас место. Да, это уже не просто острова. Давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.